Юрий Осиян. Война. Читает Светлана Иванова. Пылают зорницы, кровавые лица, и дым застилает глаза. Порою мне снится Афган и граница, и те, кто не выжил тогда. Руины, окопы, разбитые доты, вертушка сгорает дотла, и думаешь, кто ты? И здесь для чего ты? Кому это нужна война? Осталось лишь трое, что вышли из боя. Сержант наш Серега и я. Как часто порою всплывает былое, и так, что совсем не до сна, и пот заливает, и в дрожь вновь бросает, приходит на память весна, и сердце не знает, лишь ум понимает, никчемная была она.